Вот сейчас я с гор с района еду, короче, на белый приоре черного цвета. Наступила осень, расцвела цветы, мне никто не нужен, кроме ты. Ты у меня настроение конкретно испортил. Теперь как мне идти свадьба, если нет у меня настроения? Тебя не пугай, я тебя интригирую я тебя. Алло, добрый обед. Вы мне сегодня напитки не отправляете, что ли? Отправьте сегодня, пожалуйста. Скажи, она мне эпилепсию на ноги не сделает, я уже это самое, вырастила свои волосы на ногах. Вот ты меня рассмеялась. Этот, короче, смотри фильм, этот, трахнолитель, что ли? Короче, охраняет человека жизнь. Вот этот фильм посмотри. Привет, что делаешь? Как дела? Ты дома или на работе? Настя, ты этот брови пошупаешь, да? Брови хотела я пошупать. Завожу, он кат-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 кат такой звук дает. Это от чего может быть? А когда кэт-кэт-кэт-кэт-кэт делает, вжиу-вжиу, такое происходит? Братан, салам алейкум, ты это самое, наверное, казму на газ заправлялся, да? Вот поэтому так делает, катак-катак-катак-катак, вот так. Если в другой заправку заправлялся, делал бы так, чикур-чикур-чикур-чикур, вот так вот это бывает. У тебя мунайгазовские солярки, вот это, бензин, что у тебя там, вот это вот так делает, кат-кат. Наверное, ага. Давай, утащи. Салам алейкум, ребята, я не знаю, что как, я заправился на заправке Бетли, у меня шум появился в моторе, сначала кир-кир-кир-кир-кир, потом кадар-кадар-кадар-кадар, потом кадар-кадар-кадар-кадар-кадар, потом ганды-гадыр-ганды-гадыр-ганды-гадыр, потом все, крякнул мотор. Скажи, если 5 раз кат-кат-кат-кат-кат-кат, это значит клапана, а если 7 раз кат-кат-кат-кат-кат-кат, это значит распредвал пришла.